Ты еще мальчишка, но уже мужчина. А мужчину формируют принципы и дисциплина. Отец тебе привил и первое, и второе. Главное, держись этого курса. Это твой фундамент, на котором вырастет красивая и счастливая жизнь. А для этого в 15 лет нужно много мечтать и представлять себе большое и счастливое будущее. Мечтай. Мечтай много. О великом и не сомневайся, что все возможно. Именно эти мечты в будущем станут твоими целями. Поэтому мечтай. В своей голове, в своих желаниях не ограничивай себя. Там тебя никто не слышит, не осудит. Эти мечты и желания, как маяк, будут вести тебя и укажут правильный путь в любых ситуациях. Самое главное – мечтай и верь. Этому научил тебя отец.